Привет, распаковочка. Вот купил в магазине вот такое вот. Надо посеять. Ну что, вскрываем. Сам не знаю, как тут, что тут более-менее рассмотрел. Ну вот по контуру обрезаем. Она должна быть скрыться. Еще чуть-чуть. Одна сторона осталась. Так, все, обрезал. Ну что, вскрываем. Что-то у нас перец. Опа. Земля. Да, готовая земля. Это вот так вот. Семена. Да, семена. И описание. Так, ну что, как-то у нас что? Вчера, наверное, землю насыпем. Опа. Срезаем вверх. Ну, такой как торф. И пахнет она торфом. Насыпаем. Так. Ой, что-то я, наверное, не туда насыпал. Вот в эту, наверное, надо насыпать. Точно. А это вверх, наверное, будет, как тепличка. Так, ну что? Утрамбуем немножко. Так, ну что, вскрываем семена. Сколько тут семян-то? Фиг его знает. Ну что-то есть. О, сколечко. Штучек 20, наверное, здесь. Так, ну что, дырочки делаем. Оп-оп-оп-оп, вот так вот, типа. Или разгладить это все. И по одному семечку будем сейчас вставлять. Опа. Опа. Да, тут семян хватает. Для такой маленькой баночки. Но самое интересное, шикарно-то получается, и куда насыпать землю, а это как тепличка получается, да? Это теплица. Тут какой стороной она называется? А, она прямоугольная. По-другому не оденешь, да. Ну что, сейчас мы посеем перчики. По-моему, даже за много семян. Надо меньше. Ну, хотя наполовину не взойдет. Это обычное явление. Так, сейчас мы их утопим. Так, чем утопить? Чем утопить? Чем утопить? Нет, ножницами лучше. Опа. Вот так вот утопим их. Землю. Интересное такое
Вот это вот покупочка у меня была. Как бы я первый раз такое увидел. Как бы готовое все. Только бери и делай. Получается. Так, ну что, чуть-чуть притрамбуем. Польем. Сразу не впитывается. Очень сухая здесь земля получается. Ну ладно. Побольше воды нальем, потом впитается само. Так, закрываем. Подрезать нигде не надо. А не надо. Ну вот как тепличка получилась. Ну и все, на подоконник. Удобная эта штука. Мне понравилось. Yum, 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 yum.